Воскресенье, 23 июля. Хороший денек, но небольшой ветер есть. Руки чешутся, хочется поднять антенну. Это опасное ощущение. Можно что-нибудь в попыхах забыть, и в самый неподходящий момент это вылезет. Ладно, резину тянуть не будем. Начинаем подъем, хотя он уже начался. Где-то, наверное, градусов на 20 антенну от земли оторвали. Оттяжки вроде все подвязали. Надо крутить ручку и поднимать антенну. Начинаем. Лена, ты встань вон туда, к той сосне. К правой, второй. И знаешь, куда смотри? Вот на падающую стрелу, как она себя чувствует, не слишком ли она загнется? Длинная, да? Держи. Ее надо перевязать. Эту держи, я вторую. И она там встанет. А ты держишь. Thank you.
Вот это вот. Лишнего немного. Лишнего? Верхний на тебя падает. Ну понятно, потому что противоположный нисколько пока нету. Ну что, антенна поднята. Сейчас просто-напросто минут 10 уже занимались тщательным выравниванием оттяжек. Но это, в общем-то, не планировалось. Пока надо было просто поднять вертикал и на этом остановиться. Вертикал поднят. Вертикал поднят. И стоит он высоко. Попробуем его вот так вот посмотреть. Я не вижу видоискателя. Солнце, потому что как раз в него светит. Я надеюсь, что было видно. Все это хозяйство поднималось с помощью вот этой китайской лебедки. По-моему, на 800 килограмм она. Но на самом деле, я думаю, и больше потянет. Ну и основание сейчас покажу. Вот основание. Подъемное основание. Это нижняя плита. И на навесах к ней подвешена верхняя плита на косынках, трубостойка заварена. Справа желтая — это крепление падающей стрелы. Все просто и надежно. Навесы гаражные, смазаны маслом, солидолом. Ничего не сгниет. Нижнее основание, нижняя плита. По четырем углам приварены угольники. Угольники каждый 35 на 35 миллиметров, длиной метр. Они забиты в землю. Лепешка фундамента — это просто 30 сантиметров квадрат в землю и слоями щебень и отсев. Щебень и отсев. Трамбовано, без всякого бетонирования. Бетонировать тут не надо, ибо возможные морозные пучения. А так все нормально. Горизонтальность выставлена по уровню. Точка питания поднялась на высоту 3 метра. Противовесы пойдут тоже примерно на высоте 3 метра. И на концах будет опускаться где-то до 2-2,5 метров. Так что будут висеть вверху. И под ними можно будет спокойно заниматься. На этом видеорепортаж о подъеме вертикальной антенны высотою 24 метра теперь уже заканчиваю. Метод подъема — падающая стрела. 73 метра.